Сегодня раніцей на территории Мазырского нафтоперепрацовчого завода перевернулся службовый автобус. Масу, в салоне якого находились 12 пассажиров, рухался по головной дороге. На пересечении с другорадной дорогой ему не соступил грузовый автомобиль «Мерседес». У вынику отбылося сутыкнение, автобус перевернулся на бок. Одного из пассажиров выкинуло проз окно и притиснуло автобусом. Ён загинул. За медицинской допомогой звернулись 11 человек. Водители не потерпели. Сегодня следственно-оперативная группа выбывала на место дорожно-транспортного происшествия на территории Мозырского НПЗ. Следователи совместно с экспертами и сотрудниками ГАИ провели осмотр места происшествия. Допрошены очевидцы. На данный момент уже возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь. То есть нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека. Расследование уголовного дела продолжается.